Это настоящее шоу. Стоя в очереди к фортепиано, пианистки сменяли друг друга, играя так, чтобы не прерывать музыкальную композицию. В школе искусства имени Островского выступил театр фортепианной импровизации из Казани. У нашего коллектива три особенности, говорил со сцены заслуженный деятель искусств Республик Татарстан и Мариэл Александр Маклыгин. Во-первых, мужчина руководит гениальными женщинами. Во-вторых, они исключительно импровизирующие пианистки. И в-третьих, они не обременяют себя нотами. Что будут играть на концерте, не знают заранее. Получается тема из знаменитых произведений, а все остальное – импровизация. Мировые мелодии звучали с казанским колоритом. Александр Маклыгин спрашивал: «Узнаете оперу? Это же Амадей Моцарт?» Из зала отвечали: «Не знаем». И Александр тут же шутил: «В Сызрани самые честные зрители». А ведь театр гастролирует по всему миру. В Сызрани мы бываем, потому что мы очень рады казаться, и я хочу особо подчеркнуть, в детской музыкальной школе номер 2 имени Островского, потому что это не просто школа номер 2, а это очень известная в России школа. Концерт назвали весенним подарком жителям Сызрани и особенно юным талантам, которые, может быть, тоже станут знаменитыми музыкантами. Анатолий Волошинский, Евгений Воронов, «Вести детально».